Единственная в своем роде экспозиция под названием «Платок и космос. Оренбургская история» появилась в Биробиджане. На выставке символов Оренбуржья жители еврейской автономии смогли увидеть традиционные пуховые платки и современную коллекцию костюмов на основе узорчатого изделия дизайнера Анны Советовой. Ультрановый космический дизайн костюмов сочетает в себе древние секреты вязания пухового платка, современный крой и отсылку к будущим технологиям. Вообще каждая мастерица здесь достойна уважения и поклонения, потому что это очень тонкая работа, это очень кропотливая работа. И до сих пор мастерицы платки вяжут, как и много-много-много лет назад, вручную. А промысел этот известен с конца 18 века. Помимо 14 платков, кузница кадров отечественной космонавтики предоставила к выставке 15-й, но не ручной, а машинной работы. Идея принадлежит дизайнерам фабрики пуховых оренбургских платков. Это изделие с портретом Юрия Гагарина и его знаменитой фразы «Поехали». Кроме того, известные паутинки Минур и Шмухаметовой. Особенным является то, что платок этой мастерицы попал в руки космонавту, но не в музее, а на космическом корабле и пробыл там 204 дня. На этой фотографии изображен Олег Кононенко. Именно он в 2018 году отправился с пуховым изделием на космическую орбиту. И уже по приземлению он подарил платок Оренбургскому музею изобразительных искусств. Говорят, что оренбургские вязальщицы никогда не повторяют узоров своих платков, но в этом случае сделали исключение и вручили копию как взаимный дар космонавту. Теперь воссоединение двух символов снова свершилось на выставке, подготовленной при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Посетить выставку можно до 25 августа в Музее современного искусства. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко, новости 21.